Будьте готовы к чрезвычайным ситуациям. Домашние кризисные запасы. Планируйте, подумайте, что нужно вашей семье, чтобы продержаться в кризисной ситуации на протяжении 7 дней. В запасах по возможности должны быть привычные для семьи продукты и принадлежности. Не давайте запасам испортиться, съедайте их и пополняйте новыми. Выбирайте товары с долгим сроком хранения и не забудьте о запасах для маленьких детей и животных. Необходимые для эвакуации вещи и запасы храните в легко доступном месте, где при необходимости их можно будет быстро найти, например, в машине. Приготовьтесь, убедитесь, что у вас есть недельный запас питьевой воды, еды, аптечка, лекарства, средства гигиены, наличные, спички и свечи. Также пригодятся пауэрбанк, радио на батарейках, фонарик, запас батареек, маска для защиты дыхательных путей и огнетушитель. Топливный бак машины должен быть всегда хотя бы наполовину полон. Действуйте! В экстренной ситуации расходуйте запасы экономно. Более подробную информацию можно узнать на сайтах olevalmis.ee/ru и kriis.ee/ru.